коллектива «Задоринки» больше 4 лет. За это время юные танцоры неоднократно становились победителями городских, областных и всероссийских конкурсов. В этом году «Задоринки» отправились покорять вершины международного конкурса «Солнцекруг» в Нижний Новгород, где стали победителями фестиваля. Коллективы, которые туда приехали, были очень профессионального высокого уровня. И честно, даже когда мы посмотрели только вот на костюмы и внешний вид образцовых коллективов, стало немножечко так страшновато. И мы так немножко приуныли, но как-то командный дух все-таки он сыграл свое. На конкурсе «Задоринки» представили 4 танца. Их подруженька, ангелы добра, клетчатые истории и топотушки. Юные артисты стали лауреатами 1-й, 2-й и 3-й степеней. Что понравилось, то что судейская коллегия, она была настолько компетентна и независима, что даже мы не знали, кто из каких городов приехал. То есть просто объявляли номер участника и название коллектива, и все. Вот. И этим, так скажем, нас подкупило такое судейство. Жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям – техника исполнения, построение номера, сценичность и артистизм участников. Были как групповые, так и сольные выступления. Успех на конкурсе стал большой радостью для участниц ансамбля. Конкурс мне очень понравился. Это был большой опыт. Я познакомилась с детьми из других коллективов и городов. Я довольна нашим результатом. Не думали, что займем такие высокие результаты, ведь были еще и дипломанты, и лауреаты. В апреле хореографической студии «Задоринки» исполнится 5 лет. Отчетный концерт коллектива пройдет в Саровском драматическом театре. А уже в марте артисты планируют отправиться на очередной конкурс в город Орел. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.